хорошая. Наверное, можно начинать. Наш спецкурс называется «Двухатомные процессы». Фактически речь пойдет о фотон-фотонных взаимодействиях, включая способы получения этих самых соединений фотон-фотонных. Фотонный коллайдер. Фотонный коллайдер. Да, речь будет о фотонном коллайдере. Это, по-видимому, в будущем. И о том, где сейчас изучаются эти же самые фотон-фотонные взаимодействия. Вот программа этого спецкурса. Мы после достаточно большого введения, в котором я хотел, чтобы у вас возникло широкое впечатление, широкое представление о взаимодействии фотонов. Это очень необычная и непривычная область, но она сейчас является экспериментально достижимой. Не вообще говоря, где-то там, а прямо здесь, в Новосибирске. Более того, я хотел сказать, что экспериментальное изучение фотон-фотонных взаимодействий фактически на встречных пучках началось именно здесь, достаточно давно. И продолжается. Курс довольно серьезный, хотя он факультативный, но серьезный, потому что хотелось, чтобы в конце мы умели рассчитывать простые процессы, связанные с теми возможностями, которые здесь есть, то есть с ускорителем Web4M и Web2000. И еще то новое, что мне хотелось внести именно в этом курсе, и я сейчас сотрудничаю довольно активно и с B-фабрикой в Японии, которая модернизируется, но обработка части данных старой, модернизированной, продолжается. И с ценовскими установками, прежде всего, протон-протонные соударения. И в протон-протонных соударениях тоже есть большая программа изучения протонных процессов. Это будет нечто новое в этом году введенное, что нам придется, всем придется ознакомиться. Кроме того, там же, на большом огромном коллайдере, есть еще одна опция, она занимает, правда, не очень большое количество по времени, но очень активная. Это соударение пучков ядер. Причем речь идет о ядрах с действительно большим зарядом, ядра свинца, заряд 82. Вот соударение таких тяжелых ионов тоже открывает необычные возможности для изучения двухатомных процессов. Это тоже мы будем обсуждать. Но для того, чтобы это можно было обсуждать, не вообще говоря, разводя руками, а предметно, нам придется сначала ознакомиться с необходимой, хотя бы, может, немножко скучной вещью, как гамма-гамма-кинематика. Затем речь идет о соударении реальных фотонов. На следующем этапе, немножко сложнее, будет речь идти о кинематике соударения виртуальных фотонов. Оказывается, у виртуальных фотонов немножко больше возможностей, чем у реальных, в плане их спиновых состояний. Потом мы поговорим о том, как происходит изучение процессов с однофотонным обменом, то есть когда генерируются заряженными частицами фотоны, а потом они с кем-то взаимодействуют, как правило, с протонами или с электронами. И, наконец, да, это в качестве некоторого дополнения к однофотонному обмену. И, наконец, центральной темой будет изучение двухатомных процессов на встречных электрон-позитронных, протон-протонных и ядро-ядерных соударениях. На этом кончается в каком-то смысле теоретическое введение в то, как можно эти процессы изучать. Дальше наступает часть, которая связана с тем, а что будет именно изучаться. Уже речь идет о физике фотон-фотонных соударений. То есть мы будем говорить о полных сечениях,
с ударениями гамма-гамма, с образованием андролов. Будем говорить о дифракционных процессах и о жестких и полужестких процессах, которые с точки зрения понимания структуры частиц и изучения взаимодействий при высоких энергиях являются самыми информативными, наверное. Ну, а в конце мы поговорим подробнее о возможном будущем, но, как теперь выясняется, не слишком близком. Это основные черты фотон-фотонных соударений уже с реальными фотонами на основе будущих линейных электрон-позитронных коллайдеров и возможная физическая программа в этой области. Еще раз хочу повторить, что интерес к этим процессам в первую очередь, с моей точки зрения, связан с тем, что в фотонных соударениях возникают новые возможности по изучению физики элементарных частиц и взаимодействий. Новые по сравнению с тем, что было, скажем, уже в рутинных электрон-позитронных, протон-протонных, фотон-протонных соударениях, электрон-протонных соударениях. Здесь возникают некоторые новые возможности, которые оказываются иногда очень привлекательными. Я постараюсь рассказать, в чем фотонные коллайдеры имеют преимущества и в чем их недостатки, чтобы не было одностороннего взгляда на этот предмет. А с другой стороны, есть чисто прагматическая вещь. Поскольку, как я уже говорил, вы якобы просто из программы изучения фотонных процессов, то нам нужно будет познакомиться с тем, что уже было сделано в этой части. И что может быть сделано? Помимо того, что есть в ИЯФе, значит, будет еще рассказано о двухфотонных процессах на встречных протон-протонных и ядро-ядерных соударениях. Вот такая вот схемка. Основное пособие – это конспект лекций. Я его немножко обновлю и, наверное, в следующий раз дам вам PDF-файл этого конспекта с тем, чтобы он у вас был у каждого под рукой. Часть других материалов мы потом обсудим, какие могут оказаться полезными. Теперь я хотел перейти к тому, что я сказал. Относительно длинное введение. И я хотел бы, чтобы вы... Я сознательно не хочу в введении останавливаться на прагматичных вопросах. Наоборот, речь идет о том, что если мы занимаемся фотонными соударениями, интересно взглянуть, как они вписываются вообще в физику элементарных частиц, самыми разными аспектами. Как всегда, в нашей любимой науке очень часто бывает, что то, что изучается здесь и сейчас, вдруг оказывается применимо совсем-совсем другой области. И от физики элементарных частиц, изучения двухфотонных процессов на встречных пучках, можно перейти к астрофизике. Для меня самого, в то время это было несколько необычно, и один из таких примеров нам хочу продемонстрировать. Итак, речь пойдет о том, откуда мы получаем сведения про элементарные частицы и взаимодействия. Особенно про взаимодействие на малых расстояниях, в которых сосредоточена основная на сегодня неизвестная часть нашего мира. Общее убеждение, что большинство этих результатов получено из ускорителей со встречными пучками. Когда-то это была экзотика, недавно праздновалось 50-летие запуска первых встречных пучков. Здесь одновременно в Стэнфорде. А сейчас это уже не просто рутинная вещь, а это инструмент, с помощью которого действительно будет достигнут выдающийся результат. Итак, какие же характеристики встречных пучков важны для достижения главной цели, а именно узнать, как устроены элементарные частицы, узнать что-то новое про их взаимодействие и так далее. А первый, самый главный
наверное, прилегательный компонент – это энергия. Почему энергия важна? Потому что, если мы хотим проникать в область малых расстояний, то в современной зеркорде у нас есть основное средство. Зеркорд прострелен атом быстрыми микрочастицами, и для того, чтобы прощупали расстояние, нужны были на самом деле соответствующие условия. Но и они были. Это был тяжелый снаряд, зарядом двойка, а скорость была вполне приличная, около 20 тысяч километров в секунду. Это были не релятивистские, но все-таки очень быстрые частицы. И с них помощью, разглядывая от частиц, отклоненные почти назад, Резенков установил, что внутри протона, внутри атома есть ядро. В настоящее время, если, например, мы имеем электроны или протоны, и они отклоняются, то соответствующий поперечный импульс, который удается зарегистрировать, связан с областью малых расстояний, известным соотношением неопределенности. И если мы хотим изучать малое расстояние, нам придется идти на большие поперечные импульсы, а большие поперечные импульсы немыслимы без большой первоначальной энергии. Итак, первый самый главный параметр – это энергия. Чем больше энергия, тем больше возможность, с одной стороны, проникнуть внутрь того или иного объекта или породить новые объекты. Потому что рождение новых тяжелых частиц непременно требует большой начальной энергии. Поразительный пример – это поиски бозона Хиггса. Да, они начинались еще на встречных электрон-позитронных пучках ускорителя ЛЭП. Там дошли до энергии 200 ГЭВ и остановились. Как теперь выяснилось, они были почти на пороге того, что можно было рождать. Дело в том, что Хиггсовский бозон, где плюсы и минусы ударения, наиболее эффективно рождается не одиночный, а в паре с другими тяжелыми частицами. И поэтому нужна суммарная энергия чуть больше 200 ГЭВ, чтобы можно было эффективно рождать Хиггсовский бозон. Хиггсовский бозон, в конце концов, был рожден в соударениях встречных протон-протонных крючков, где уже были энергии терные. Следующая очень важная статья этих характеристик – это светимость. Светимость определяется вот этим соотношением. Число событий в секунду для какого-то процесса с течением сигма напрямую зависит от этого вот самого коэффициента пропорциональности. Он и называется светимостью. Насколько эта вещь принципиально важная, можно видеть из такого простого примера. Предположим, светимость удалось увеличить на 2-3 порядка. Практически что это означает? При той же самой энергии, скажем так, если мы увеличили светимость на 2-3 порядка, то те процессы, для исследования которых раньше нужны были месяцы, да, теперь могут быть исследованы за несколько часов. Насколько это важно, показывает, например, история открытия WSN-бозона. Она началась с того, что был построен ускоритель со встречными протонно-антипротонными пучками, СПС. Энергия, которая там была, вполне была достаточна для того, чтобы порождать WSN-бозоны. Но светимость этих установок была очень маленькая, и в основном из-за того, что пучки антипротонов не были очень плотными. Рыхлыми, большими поперечники,
И поэтому, когда они соединялись с пучками протонов, то происходило относительно малое событие. На нашем языке у этого ускорителя была малая светимость. И только когда, используя принцип стохастического охлаждения, удалось эту светимость поднять, только тогда удалось зарегистрировать сначала десяток, потом за все время работы этого ускорителя, ну, около сотни событий с рождением другого Z-бозона. Но этого оказалось достаточно для того, чтобы основные характеристики этих бозонов, переносчиков слабого взаимодействия, были изучены. Ну и, наконец, помимо двух этих очень важных характеристик, гораздо менее почему-то известно, что важную роль еще играет и тип соударяющихся частиц. Почему это действительно важно? Вот тот же самый пример. Суперпротон и синхротрон, да, соединяются протоны и антипротоны. И может рождаться, например, Z-бозон. Нейтральная частица с массой, как потом выяснилось, порядка 90 гигаэлектронных вольт. Но он рождается не один. Энергия этих соударений велика. И кроме того, еще большое количество других адронов. Но помимо этого процесса есть и просто процесс, где протон и антипротон аннигилируют и рождаются просто адроны. Причем, когда мы говорим много, то нужно хорошо представлять себе, что это могут быть десятки. Многие десятки новых частиц. Причем, обратите внимание, это сильно взаимодействующие частицы. Поэтому соответствующие сечения велики, соответствующее число событий велико. На их фоне, вот таком большом фоне, вот этот вот редкий процесс выловить нужно искусство и выяснение этих качеств как-то затрудняется очень большим фоном. А с другой стороны, как только построили ускоритель ЛЭП, в котором сталкивались электронные газопроводы, тогда этот самый Z-бозон мог рождаться как резонанс. Энергия этих соударений была в несколько раз меньше, чем энергия протон-протонных соударений. Тем не менее, количество рожденных Z-бозонов было не просто в разы, во много раз больше. Если за все время работы вот этого самого ускорителя СПС-овского было добыто и проанализировано около сотни из этих нулей, то как только заработал ЛЭП, очень скоро, в день, ну в сутки точнее, да, начали получать тысячи Z-бозонов. И если вы сейчас посмотрите таблицу элементарных частиц, где прописаны свойства разных частиц, то увидите, что Z-бозон исследован вдоль и поперек. Число всяких распадов, в том числе очень редких его, занимает страницу вот в этой самой книжке. Даже вы писали? Даже десятилетней давности, если посмотреть, в ней свойства Z-бозона описано очень подробно, и это в основном произошло за счет того, что перешли к другому типу соударяющихся частиц. Вместо протон-антипротонов стали использовать и плюс, и минус. Две причины. С одной стороны, здесь было большее сечение, с другой стороны, здесь было гораздо меньшее фоновые лучшие условия. С этой точки зрения, возможность иметь разные типы соударений,
доставляет действительно новые возможности, которые иногда бывают вполне уникальными. Ну вот, чтобы, как говорится, продемонстрировать прогресс по всем этим направлениям, ну прежде всего по энергии, да? Вот по энергии можно видеть следующее. Конечно, рекордсменами являются протонные или протон-антипротонные машины. Вот энергия постепенно возрастала, энергия в тело, да? А 0,6 тело для СПС, на котором были открыты буквы Z в основном, до 2 это тилотроне, до 14, но это еще пока не реализовано, но будет скоро реализовано на большом адронном коллайдере. Но электрон-позитронные большие коллайдеры — это Стэнфордский линейный коллайдер с энергией около 100 ГЭВ и две очереди ЛЭПа с гораздо большей светимостью, чем у Стэнфорда, с энергией от 200 ГЭВ. Ну, а что дальше? В том, что касается электрон-позитронных ускорителей, то, по-видимому, в настоящее время достигнут лимит. Дело в том, что легкие частицы электроны, когда они движутся по окружности, они ведь испытывают ускорение, ускоренно движущиеся частицы излучают, и легкие частицы излучают очень много. Протонные машины почти не излучают, электронные машины излучают очень много. И получается такая нехорошая вещь. Мы выкладываем энергию, чтобы ускорять электроны, а они излучают часть этой энергии. И для того, чтобы с этим успешно бороться, можно уменьшать соответствующее ускорение, увеличивая радиус. Но, к сожалению, ситуация такая, что с ростом энергии радиус кольца, по которому движутся электроны, должен расти квадратично. И это страшная вещь, потому что уже сейчас вот эти машины, которые были ЛЭП-1 и ЛЭП-2, имели такую близкую к окружности траекторию длиной 27 километров. Вырытую на глубине там, 50 метров в районе Женевы. Увеличивать дальше это становится уже экономично, экономически неподъемно. И тогда был предложен другой способ, а именно устраивать линейные коллайдеры. То есть система, в которых электрон ускоряется, не двигаясь по окружности, а двигаясь по некоторому тоннелю прямолинейно. В этом случае, поскольку продольная и поперечная масса, как вы помните, отличается чуть не в гамма квадрат раз, да, излучения практически нет, и вся энергия, которая тратится на разгон, тратится целесообразно. Но, к сожалению, это должно быть большой машиной на размерах 0 километров, мы об этом поговорим. Что вот планируемая ситуация, которая должна быть линейный коллайдер на уровне на начальном этапе полутера. Здесь был написан когда-то очень многообещающий вариант, но на самом деле ситуация сейчас достаточно неопределенная. Потому что, хотя международное сообщество согласилось с тем, что следующим шагом должен быть непременно строительство линейного электронно-позитронного коллайдера, и уже даже разработан соответствующий достаточно продвинутый проект, но когда именно и где именно он будет, до сих пор не решено. Кроме того, стратегия сводится к тому, что, по-видимому, нужно сначала исчерпать варианты возможности большого адронного коллайдера, а для этого понадобится, среди прочего, вот сейчас поднимают энергию, потом еще будет один этап апгрейда, когда поднимут еще энергию и светимость, и только потом уже убедившись, что там возникнет какая-то новая физика,
начинать строить под новые задачи линейные коллайдеры. Это значит, что это все откладывается, ну, как минимум на десяток лет. На основе линейных и плюс-минус коллайдеров могут быть созданы фотонные коллайдеры примерно вот такую же энергию и светимость, в принципе, да? Так что будущее фотонных коллайдеров связано с будущим линейных электрон-позитронных. Независимо от этого, есть еще некоторые опции, связанные с мёдным коллайдером. Это тоже очень привлекательная схема, но она гораздо менее проработанная, чем схема фотонных и линейных коллайдеров. Так. Теперь вот я перечислил то, что было, а примерно 30 лет тому назад, или даже чуть больше, появилась новая область, помимо протон-протонных, протон-антипротонных, электрон-позитронных, электрон-протонных соударений, появилась новая область, а именно фотон-фотонное соударение, ну, с некоторой перспективой в будущем. Ну и, наверное, как говорится, поскольку нет пророка в своем отечестве, то не худо процитировать пророков зарубежных. Эндрю Слезгер, тогдашний президент американского физического общества, в журнале Physics Today в мае 1998 года написал статью «Гамма-гамма. Коллайдеры и мёдные коллайдеры», где прямо говорил уже почти то же самое, что я вам и сообщал, да? О том, что все почти современные ускорители – это установки со встречными пучками, и на них достигнуты эпохальные открытия, а именно на накопителе СПИР в Стэнфорде были открыты мезоны зачарованных кварков. Вот это, на машине этом суперпротонной сверхпотенциале дал нам возможность пощупать WZ-бозоны, переносчики слабого взаимодействия. На девотроне, это тоже установка со встречными протонными и антипротонными пучками, был открыт самый тяжелый Д-кварк. Дальше он задается вопросом, а как насчет других типов коллайдеров? Речь идет о том, что случилось сколько? 16 лет тому назад, да, 98 год. Физики сейчас активно разрабатывают схему встречных фотон-фотонных пучков высокой энергии, а также схему столкновения короткоживущих μ-плюс электронов с μ-минус электронами, их античастицами. Если эти схемы будут реализованы, они дадут необычайные новые возможности для изучения явлений физики высоких энергий. И последняя фраза, которая мне особенно нравится, да, что идеи физических коллайдеров были выдвинуты в России. Но я еще дополнительно должен сказать, что не просто в России, а именно в Новосибирске. Об этом мы поговорим подробнее позже. Так. Ну хорошо. Начинаем разговор про фотон-фотонные коллайдеры. Про фотон-фотонные соударения, лучше сказать. Насколько это вообще, что это за экзотика? И не есть ли это вообще то, что лежит вне круга обычно рассматриваемых физикой явлений? Известно, что классическая теория Максвелла, уравнение Максвелла линейное, по понятным. Автоматически это означает, что эти поля не взаимодействуют друг с другом. Если два луча света пересекаются, то в области пересечения, согласно Максвеллу, просто поля электрические магнитные складываются, и больше ничего не происходит. Если две струи воды пересекаются, то в области пересечения возникает сильное взаимодействие. Но это все в области, касающейся классической теории Максвелла. В квантовой электродинамике фотоны могут взаимодействовать. И вот пример этого взаимодействия.
Посмотрите, как они могут... Ну, они просто могут рассеиваться друг на друге. Они успокоены. Да? На короткое время флуктуируют в электрон-позитронную пару. И взаимодействуют через эту электрон-позитронную пару с ударом фотона. В результате получается возможность того, что фотоны друг на друге рассеиваются. Так. Причем, надо нам сказать следующее, что, вообще говоря, сечение этого процесса, если посмотреть, вот это сечение, это энергия. Предположим, у нас сталкиваются два пучка с одинаковой энергией, да? Это энергия одного из пучков. Да. Видно, что это сечение в квадратных сантиметрах в своем максимуме, а максимум в районе одного моего примерно, да, в этом максимуме достигает вполне заметных величин, 10⁻³. То есть сечение, которое здесь оперирует, и здесь у нас изучает, вообще говоря, в том числе гораздо меньше. Но проблема в том, что здесь оперируют с пучками электронов, позитронов, которые научились производить, ускорять, управлять. А чтобы наблюдать вот это, я не побоюсь сказать, относительно большое сечение, нужны что? Нужны пучки фотонов, причем хорошей интенсивности, да? С энергией ПМО. Мы знаем, что технически можно получать очень крупные пучки. Это лазеры. Но вся область действия лазера ограничена областью фактически видимого света. Ну, немножко, может быть, инфракрасный. Сейчас лазеры на свободных электронах, ультрафиолетовые, лазеры на свободных электронах продвигаются в область уже почти мягкого рентгена, но это очень далеко до моего. Где мы имеем обычный видимый свет, обычный видимый свет это сколько? Это пара электронов 0. Там это свечение чудовищно мало. На уровне 10⁻⁴. Да. Оно очень бодро падает. Шестая степень чистоты. Именно поэтому в области видимого света сечение оказывается очень маленькое, ну просто неправдоподобно малое. Да? И что вы думаете? А ну вот это дифференциальное сечение. Видно, что оно достаточно широкое. Но дело в том, что попытки измерить это сечение предпринимались. Удивительным образом, достаточно давно. В 40-30-е годы была попытка измерить это сечение, используя два луча света, солнечных. И друг на друга посылали, и старались наблюдать рассеянные фотоны, употребляя, среди прочего, глаз в качестве детектора. Это очень чувствительный детектор. Удалось установить довольно большой предел, или лучше сказать наоборот, довольно малый предел, но этот предел все равно, как говорится, был далек от того, что нужно. Совсем недавно, относительно, Денис Бернак, я слушал его в свое время доклад, рассказывал об эксперименте, который проводился в Эколь Политехник во Франции, где сталкивались два лазерных луча, синий и красный, а под углом 45 градусов должен был рассеиваться желтый цвет. Здесь ставили детекторы, и детекторы ничего не обнаружили, но чувствительность была такая, что они смогли уверенно сказать, что сечение этого процесса меньше, чем 10⁻⁸ квадратного сантиметра. Они обещали в ближайшее время повысить.
понизить наоборот, еще на 10 порядков, но все равно это далеко до той самой цифры 10 минус 64. А между тем, вот тот самый блок рассеяния света на свете входит во многие интересные диаграммы Фейнмана, описывающие процессы, связанные с элементарными частицами. Вот, например, очень интересный процесс под названием расщепления фотона. Если взять фотон и бросить его вблизи ядра, вот эта штука означает ядро, то фотон может на короткое время превратиться в электрон, позитрон и пару. Происходит взаимодействие с ядром, в результате чего возникают два фотона в конце. Вот такой процесс, в котором основную роль играет вот этот блок рассеяния света на свете, хотя один из фотонов, вот этот нижний, при этом оказывается нереальный и виртуальный. Любопытно, что сечение этого процесса было сосчитано еще в 50-е годы, вскоре после создания квантовой электродинамики, но экспериментально его никак не удавалось обнаружить. И только относительно недавно, да, вот в работе 98-го года, выполненное здесь вынятие, это удалось сделать. Исходный фотон в цене где-то 40 мэв бросался на мишень, в которой были в составе тяжелые ядра. В конце отлавливалось что? Ядро при этом практически не изменялось, а должны появиться два фотона. Причем, чтобы убедиться, что это было действительно то, что нужно, нужно было оба этих фотона отловить. Поскольку ядру энергия почти не передавалась, то сумма энергии этих двух фотонов должна... Мы должны были удостовериться, что она равняется энергии начального фотона. Кроме того, должны были удостовериться, что нет ничего другого. А между тем, когда фотон бросается на какую-то мишень, а это же твердотельная мишень была, да, там есть масса других фоновых процессов, число которых там превосходит то, что нужно. Фон превосходит не просто на несколько порядков, а на 4-5 порядков происходил исходный процесс. Тем не менее, да, до этого были ряд попыток, в том числе одна из попыток в Дрезе, где они даже объявили, что они нашли процесс, но потом выяснилось, что они ошиблись. Так что это было первое зарегистрированное явление, в котором участвовал блок с тремя реальными и одним виртуальным фотоном. Да. Итак, мы с вами поговорили просто про рассеяние, упругое рассеяние. Два фотона сталкиваются, два фотона получаются. Но гораздо более интересными являются процессы, в которых два фотона сталкиваются и рождается что-то другое. Вот один из таких самых интересных процессов – это, конечно, процесс с рождением двух лептонов – электрон-позитронов и мюонов. И тут видно, что никакой эзотики нет. На встречных электрон-позитронных пучках процесс не плюс и минус, не плюс и минус, мы с вами в прошлый раз изучали, он является процессом, по которому калибрует светимость. Это, так сказать, стандартный процесс, который первым мюоны легко детектировать, но относительно большое сечение. Вот оно, это большое сечение. 4 π в квадрат на 3s, вес квадрат энергии сталкивающихся частиц. Посмотрите, если бы у нас были пучки фотонов той же энергии, что на V4, то мы бы имели вот такое сечение, которое, как видно отсюда, больше, чем сечение E плюс и минус, E плюс и минус. С этой точки зрения, что я хочу настойчиво внедрять, фотонные исходные частицы ничем не хуже, чем электронно-позитронные, а в целом ряде случаев имеют большее сечение. Хорошо.
Ну, конечно, таким же способом могут рождаться и электрон-позитронные пары. И этот процесс мы с вами узнали. Он описывается диаграммой вот такого сорта. И имеет относительно большое сечение, потому что соответствующее сечение пропорционально, оно фактически такое же, как и там, и тут еще есть логарифм S, там деноминант в квадрате, такое же, как сечение для мюонов. Но поскольку здесь S может быть достаточно малым, приближающимся к квадрату массы электрона, то это сечение может оказаться очень даже большим. Ну и график этого сечения, мы даже упоминали, выглядит так. Порог, удвоенная масса электрона, быстро достигает максимума, и дальше падает. Вот этот ответ относится к этой части. Ну, а здесь достаточно максимум большое сечение. Почему? Достаточно, с точки зрения квантовой электродинамики, достаточно рутинный процесс. Но почему он может вдруг оказаться интересным? Ну, давайте сейчас сделаем перерыв. А потом мы на эту тему поговорим. Посмотрим на эту картинку. И абсолютно рутинный процесс. И кому и для чего он особенно интересный, казалось бы, да? А между тем он вдруг оказался важным для астрофизики. Это для меня самого в свое время было некоторое потрясение. Вот почему. Дело в том, что если с какой-то далекой звезды на Земле летит фотон с хорошей энергией, да, то по пути он может, конечно, встретиться с атомами там, еще с кем-то, исчезнуть, просто испытал сложение то или иное. Но это очень на поток фотонов это влияет очень мало, просто потому что на его пути этих самых атомов относительно мало. Но на пути есть лифтовое излучение. И вот это вот серьезно, оно пронизывает всю Вселенную, да, имеет в этом смысле относительно высокую плотность. И если у вас есть этот, конечно, это все отвечает там температуре в несколько градусов. Но вы помните, что один электрон вольт соответствует 11600. Так что энергия этого, это величина порядка там 10 минус 4 электрона вольта. Очень маленькая. Это даже не инфракрасные, там глубоко какие-то другие фотоны. Но сталкиваясь с очень высокоэнергичными, они могут порождать электрон-позитронные пары. И как следствие этого исчезать по пути на Землю. Ну и дальше вопрос стоит в том, что это означает, что если звезда расположена достаточно далеко, то до Земли фотоны почти не долетят. Фотоны высокой энергии, которые могут нести сведения о самых необычных процессах. Да? Не в этом смысле, может быть, самые ценные. Есть, правда,
некоторое облегчение связано с тем, что если мы будем рисовать вероятность поглощения как функцию энергии, то есть она будет прямо повторять эту картинку. И поскольку сечение этого процесса с ростом энергии падает, да, то эта вероятность тоже должна падать. Это означает, что для все более высоких по энергии фотонов Вселенная становится все более прозрачной. Но на этом история не кончается. Дело в том, что помимо вот этого процесса, который очень хорошо известен, да, существует гораздо менее известный процесс, к которому сталкиваясь, электроны и позитроны рождают две пары. Это сечение, естественно, пропорционально альфа в четвертой. Но в отличие от этого, оно не падает с энергией. И если бы я рисовал это вот сечение рождения одной пары, если бы я рисовал сечение рождения двух пар, то оно начинается, естественно, позже. Да? Оно вообще-то существенно меньше, но оно выходит на константу. И вот соответствующие картинки уже просчитаны для этой самой вероятности поглощения. Эта картинка почти повторяет картинку для рождения одной пары, а вот две пары будут на себе энергии ни много ни мало, там 10-22 электрон вольт, а такие фотоны такие существуют, да? Прозрачность Вселенной прекращается, и как прикинули астрономы, из-за этого процесса с рождением двух пар самое энергичные фотоны с самого края Вселенной до Земли не долетают. А я говорю, что я столкнулся с тем, я занимался вот этим процессом рождения двух пар, вычислением у меня там спинных зависимостей и всего прочего, и вдруг получаю оттиск статьи, где астрономы говорят, что этот процесс оказывается важным для распространения фотонов высоких энергий во Вселенной. Ну ладно, мы поговорили о всякой экзотики вокруг фотон фотонных соударений. А вы можете спросить? Да? А просто регистрировать высокоэнергетичные фотоны можно по продуктам реакции? Ну конечно, да. Но как всегда, когда имеются очень высокоэнергичные частицы, да, а вы знаете, регистрировались такие частицы, что одной частицы было достаточно, чтобы подогреть стакан воды там на несколько градусов. Энергия одной частицы такая сумасшедшая. Но дальше стоит вопрос о том, как их различать. Это протоны или фотоны или что-то еще. Это большое искусство. Их можно различать, скажем, по этим самым. Сталкиваясь в атмосфере с воздухом, они порождают ливни частиц, которые детектируются большим количеством счетчиков на Земле. Но это пока что речь шла про теоретические предсказания. Теперь, а как же можно подойти экспериментально к вопросу о соударении фотонов? Как я уже говорил, мы имеем очень плотные пучки фотонов, но только в области видимого света, ну и может быть ближайший ультрафиолет, там где действуют лазеры, но у нас нет плотных пучков фотонов в области высоких энергий. МЭВов, ГЭРов и так далее. Был найден окольный способ, связанный с тем, что можно использовать не простые фотоны, а так называемые эквивалентные фотоны. В сущности,
этого метода эквивалентных фотонов связано со следующим. Основная идея, между прочим, принадлежит Энрико Ферми и высказана в 1924 году, а потом она была развита 10 лет спустя Вальзекером и Вильямсом, и речь шла о следующей картинке. Мы об этом будем говорить подробно, но все-таки я хочу, чтобы основная идея уже прозвучала сейчас. Если мы возьмем просто заряженную частицу, ну, например, позитрон, то его электромагнитное поле хорошо известно, да? Кулоновское поле, магнитного поля вообще нет. Но если мы заставим его двигаться с большой скоростью, то вы можете помнить еще с электромагнитами, что происходит. Продольные составляющие поля не меняются, а поперечные увеличиваются в гамма раз. А поскольку в нормальных ускорителях гамма сначала приличная, на том же ВП-2000 это гамма почти 10 в третьей, да, а на ВП-4 это гамма почти 10 в четвертой степени, то картинка силовых линий возникает такая. В основном эти силовые линии концентрируются по окружности в направлении перпендикулярной скорости и возрастают. Это электрическое поле. Кроме того, от того, что эта частица движется, это ведь ток, ну, порождает магнитное поле. Вот такое концентрическое. И мы имеем ситуацию, при которой движущаяся частица имеет магнитное поле перпендикулярно электрическому. Все они примерно и то, и другое перпендикулярно направлению движения. И кроме того, магнитное поле примерно в акции от электрического, то есть почти равно электрическому полю. Ну и где вы встречали такие соотношения? Для плоской волны, да? Что это означает? Это означает, что то поле, которое бежит вместе с заряженной частицей, может быть представлено по-другому уже, да? Вместо силовых линий может быть представлено как набор фотонов. Поскольку это поле почти такое же, как у плоской волны. Ну, но все-таки B не совсем точно равняется E. E не совсем перпендикулярно к V. Поэтому это не совсем настоящие фотоны. Они виртуальные, мы об этом будем говорить подробнее. Но важно то, что каждая движущаяся частица сопровождается набором таких фотонов. Эти фотоны как-то распределены по спектру. Так? И получается, что каждая заряженная частица в то же время является источником летящих вместе с ней фотонов. Ну, что это означает? Ферми, например, решил такую задачу. Ему нужно было узнать, как заряженная частица взаимодействует с атомом. Пролетает заряженная частица, вызывает возбуждение в атоме какие-то. Как? Эксперимента на эту тему не было. А он сказал, что поскольку каждая частица заряженная сопровождается фотоном, можно эту картинку заменить картинкой такой. Это заряженная частица испускает фотон, он взаимодействует с атомом, возбуждает его как-то,
происходит, поскольку вот этот кусочек экспериментально был известен, вот возбуждение атома хорошо исследовано, то зная сечение этого процесса фотовозбуждения, зная число таких фотонов, можно было сосчитать процесс электровозбуждения атома. Задача была чисто милитаристская, но сформулирована в ферме в удивительно четких и ясных терминах. Читать эту статью одно удовольствие. Я это удовольствие испытывал. А уже Вайтсекер и Вильямс перевели этот разговор в разряд ультралитивистских частиц. И картинка при этом выглядит следующим образом. На языке диаграмм Фейнмана, да, у нас всегда имеется вот такая вот электромагнитная вершина, где, например, заряженный электрон или позитрон излучает виртуальный фотон. Число таких фотонов, естественным образом, должно быть пропорционально вот этому константе взаимодействия, константе взаимодействия альфа. Да. Ну, оказалось уже расчетным образом, что распределение этих фотонов, к сожалению, имеет вот такой вот характер, для омега на омега. То есть с ростом омега число таких фотонов падает. Кроме того, вот эта вот величина, тут еще логарифм намешался, нет, не важно, оказалась маленькой. Так что, образно говоря, на современных ускорителях, скажем, каждый электрон является источником примерно 1/30 фотона. Так, говорят, да? Ну, или там 30 электронов излучают один фотон. И эти фотоны можно дальше использовать. Вот это такая идея. А именно, представьте себе, что у вас есть встречные электрон-позитронные пучки. Сталкиваясь друг с другом, электроны-позитроны не обязательно аннигилируют. Они могут просто рассеяться. Поэтому позитрон излучит фотон виртуальный с энергией омега-1, электрон излучит фотон с энергией омега-2. Эти фотоны столкнутся и породят какую-то систему частиц Х. Вот это и есть то, что называется двухфотонный процесс, который активно изучается на встречных пучках, и которые на встречных пучках впервые были изучены именно в Новосибирске. Да. А тут сразу встает вопрос такого принципиального сорта. Один из самых главных процессов и самых простых — это когда с удалением электрона и позитрона, с удалением двух фотонов, рождается электрон и позитрон. Тогда процесс выглядит как? Вначале сталкивается электрон и позитрон, в конце получается два электрона, два позитрона. Вот. Интересно, что процесс такого сорта был сосчитан впервые Ландау и Лившицем еще в 1934 году, а наблюден на встречных пучках только в районе 1970 года. Да, еще любопытно отметить, что эта работа была основой кандидатской диссертации Евгения Михайловича Лившица. Вот. Теперь, что прежде всего возникает, когда мы размышляем об этих процессах? Сразу возникает самый главный вопрос, на который надо ответить, не отвлекаясь в сторону. Вопрос такой. Электроны и позитроны на встречных пучках порождают много интересных реакций, когда они аннигилируют.
То есть, когда электрон и позитрон аннигилируют, виртуальный фотон, а потом здесь рождается какая-то система X. Да? В качестве одной из первых систем X, которая преследована, здесь, например, был Робизон. Да? Да. Целый ряд других резонансов. Потом были процессы, когда здесь рождалось множество адронов. Они тоже здесь были исследованы. Но если я спрошу себя, какого сорта сечения здесь возникает, то мы сразу выясним, что здесь имеются две электромагнитные машины. Поэтому это будет альфа квадрат. Конечно, мы с вами рассчитывали это сечение в рамках квантовой модели для рождения адронов. И оно себя ведет вот таким вот образом. Но что важно? Важно, что это процесс нового порядка по альфа. А посмотрим на этот процесс. Здесь есть раз, два, три, четыре электромагнитных движения. То есть, если мы будем рассматривать вот этот процесс, то его сечение должно быть пропорционально альфа в четвертой. Ну и на первый взгляд вообще о чем говорить? Все-таки альфа лишнее множитель альфа квадрат это 10 минус 4. То есть на первый взгляд нужно вообще перестать разговаривать об этом процессе, потому что он по сравнению с этим составляет 10 минус 4 по сотой доли процента. Но это не вся правда. Правда, что это сечение пропорционально альфа в четвертой. Но, с другой стороны, правда и то, что это сечение, в отличие от этого, не падающее. Здесь вместо S входит некоторая масса, а еще здесь бывает некоторое количество логарифмов. Деленных на какую-то еще другую массу. Вот. Так что сечение получается не только не падающим, но даже растущим. А поскольку в этом случае падение происходит достаточно бодро, то не исключено, что эти процессы где-то могут начать превалировать. Ну, что значит превалировать? Давайте посмотрим. Если это абстрактное утверждение, каковы конкретные факты? Это превалирование будет в светлом будущем или в прошлом? Тоже светлом. Вот картинка сечений различных процессов в зависимости, от энергии одного из пучков. Предполагается, что энергия второго пучка ему равна, да? Энергия-то в гэвах. Вот посмотрим, как выглядит. Ну, возьмем тот самый процесс, который мы много раз мусолили на фэч. Не плюс и минус, не плюс и минус. Он падает, и в области от полугэва до 3,5 гэв падает довольно бодро. Посмотрите, здесь шагает шкала логарифмическая, да? Отсюда до сюда падение происходит больше, чем на порядок. А рассмотрим вот такой процесс, где в соударениях электронов и позитронов рождаются виртуальные фотоны, которые производят тоже мионную пару. Конечно, это процесс четвертого порядка, но смотрите, как он себя ведет. Это растущее сечение. И уже при энергии на уровне 1,5 Гэ, фотонный процесс начинает превалировать над этим фотоном. Тут, если быть честным, нужно сразу сказать, что это, конечно, не вся правда.
неполные, потому что с точки зрения экспериментаторов, вот этот процесс аннигиляции, я плюс и минус, плюс и минус, да, он отличается той особенностью, что мюоны распределены достаточно широко по углу, и поэтому легко улавливаются детектором. В этом процессе, это мы будем подробно обсуждать, распределение другое, не очень хорошее. Мюоны летят в основном вблизи оси пучка и меньше у детектора. Поэтому реальное превалирование может начаться не так, как это следует из области, соответствующей полным сечениям, а где-то позже. Но оно может быть, и это очень важно. А если посмотреть на большие нервы, вот картинка, соответствующая более высоким энергиям. Да. Это сечение. Вот рассмотрим сечение не плюс, не минус, адроны. Это один из самых важных и интересных процессов, которые рассматриваются на встречных электрон-позитронных пучках. И вот это сечение, не обращая внимания на эту штуку, плавненько падает по вот такому закону, и где-то в районе полутера, да, оказывается вообще на уровне пикобана. А если же мы посмотрим на процесс с образованием адронов двухфотонных, ну тут можно сказать, каких именно адронов? Адронов, у которых, скажем, инвариантная масса больше 2 Г. Да? То это сечение оказывается в этой области, посмотрите, на 3 порядка больше. А вот в этой области, а это область там, где у нас аннигиляция Е плюс и минус, рождается Z0, который потом распадается в адроны. Но это подарок природы. Вот такой вот резонанс. А в этой области двухатомный процесс сравнивается с резонансным рождением Z0. А в ней его двухатомный процесс существенно больше. Так что в области больших коллайдеров двухатомные процессы оказываются доминирующими и потому очень важными. Ну и если говорить про эту самую историю, то впервые двухатомные процессы на встречных пучках, а именно вот такой, фактически это процесс Ландау-Лифшица, был зарегистрирован в Новосибирске в 1970 году. Причем, может быть, стоит сказать пару слов, насколько это было, на первый взгляд, сейчас это кажется рутинным, а тогда не очень простым занятием. А именно, работает ускоритель Web2, 50 ПМ еще, так. Примерно по сотне миллионов электрон-вольт метели электронных позитронов друг на встречу другу. Ну и то, что они делали сначала, смотрели, это просто упругое рассеяние. Здесь имелись детекторы, которые отлавливали только узкую область вблизи направления под 90 градусов по встречным пучкам. Эта область вообще не просматривалась. Тем не менее, все было хорошо, когда электрон летел сюда, позитрон летел сюда, электрон должен был лететь сюда, они намертво регистрировались, проверялось, что энергия этого совпадает с начальной энергией, ну, упругое рассеяние, причем, раз происходило рассеяние на большие углы, то была большая передача, и значит мы исследовали этот процесс на относительно малых расстояниях. Все хорошо, но вдруг среди этих событий стали появляться такие события, в которых конечная энергия оказывалась меньше первоначальной. Причем на десятки. Почему? От чего?
А гнусность дополнительно заключалась еще в том, что детекторы были настолько малоинформативные, что не всегда могли отличать фотоны от электронов. Итак, вылетают, скажем, по-видимому электроны почему-то с меньшей энергией. Почему? Может быть, это фотон, который... Ну вот только потом, и очень не скоро, поняли, что происходит следующее. Этот электрон испускает фотон, потеряет при этом энергию и летит сюда. Это позитрон. Этот, в свою очередь, тоже испустит фотон, потеряет энергию и летит сюда. А эти, сталкиваясь, дадут электрон-позитронную пару, в которую детектор не попадает. Но чтобы доказать это, нужно было при этой скупной информации как-то вывернуться. И один из вывернутых использовал тот факт, что в этих процессах очень характерное распределение, в чем по азимутальному углу между этими частицами. Это мы будем подробно рассматривать, но это было в конце концов надежно установлено, что да, это действительно процесс одного Лифшица. Ну хорошо, вот зарегистрирован новый процесс, чисто электромагнитный, да? Сосчитанный 30 лет тому назад. Как говорится в известном фильме, кому нужен этот Васька? Но проблема в том, что мгновенно было осознано, что это только начало. Понимаете, да? Что с ростом энергии процессы такого сорта и с рождением уже не обязательно электронов и позитронов, а более интересно адронов или еще каких-то экзотических частиц, станет доминирующим. И вот почти одновременно три группы в Париже, в Новосибирске, в Лакенбурге-Гинзбург и в Америке, да, осознали тот факт, что вот это начало большого интересного пути. Ну и в этот период как раз было большое количество теоретических работ, которые предсказывали большое будущее таким процессом, и совсем-совсем немного экспериментов. Вот эксперименты в Новосибирске затем были продолжены на ускорителях во Фрасхате. Помимо того процесса, который здесь зарегистрировал, были еще зарегистрированы процессы рождения мюонов и пионов. Но иногда пионы от мюонов не очень отличались. Тем не менее, но потихоньку научались с этими процессами работать. И вот этот период как раз хорошо разобран в этой монографии, которую я, наверное, вам тоже дам электронную копию ее. Так, а что получилось дальше? Помимо того, что эти процессы имеют большое сечение, большое будущее, вот вскоре была еще одна очень важная вещь осознана, что очень быстро, что оказывается для изучения квантовой хромодинамики вот процессы такого сорта могут быть как раз очень удобные, очень чувствительные к разнообразным деталям квантовой хромодинамики. И после этого, какие же именно могли быть интересными тогда, намечались только процессы? Вот в работах Миттена и Зерваса изучалась фотонная структурная функция. Мы с вами немножко говорили о структурной функции протона, да? Если рассматривать рассеяние электрона на протоне, причем, как говорят, глубоко неупругое, то есть ситуация, когда электрон отклоняется на большой угол и теряет заметную долю энергии, это означает, что он излучил
фотон заметной энергии и заметной виртуальности. Поскольку здесь произошел отклонение на большой угол, значит большой поперечный импульс, значит мы добрались до чего? До внутренности протона. А внутренность протона к тому времени рисовалась следующим образом. Это в основном три кварка, связанных глионами. И если этот фотон проникает на малое расстояние, то он может взаимодействовать с одним из кварков. Остальные пролетят мимо. Потом каждый из этих кварков превратится в атроны. Таким образом, изучая глубоко упругое рассеяние электрона на протоне, можно узнать кварковую структуру протона. В частности, как эти кварки распределены по импульсам. Протон имеет импульс, какие доли импульса несут те или иные кварки. Это и описывается структурной функцией протона. Эти граждане немедленно осознали, что все это можно повторить с фотоном. А именно, будем изучать глубоко неупругое рассеяние электрона на фотоне. Излученный этот вот виртуальный фотон будет щупать внутреннюю структуру фотона. Она может быть представлена на короткое время в виде кварк антикварковой пары. Этот фотон взаимодействует с этим кварком. У нас получается струя, и можно изучать таким образом в итоге. И можно будет изучать внутреннюю структуру фотона. Конечно, откуда взять такой фотон хороший? А вот откуда? Мы возьмем из позитрона, который летит навстречу и тоже отклоняется. Так вот, изучение структуры фотона в определенных смыслах даже интереснее, чем изучение структуры протона. Это объясняется отчасти тем, что распределение по долям импульсов в фотоне другое, чем в протоне. Более того, здесь еще дополнительно выступает такое интересное обстоятельство. В этом случае кварки в глионе сцементированы, связаны, кварки в протоне связаны глионами, и все это происходит на расстояниях порядка размеров протона. С точки зрения квантовой хромодинамики это большие расстояния. И там навести теорию возмущения квантовую хромодинамику невозможно. Поэтому приходится делать некие предположения относительно того, как устроен протон из кварков, и потом эти предположения проверять. То есть здесь фактически возникает феноменологическое описание протона. Что касается вот этой структуры, то ее, как показал Виттен, можно рассчитать в рамках квантовой хромодинамики. И сразу возникает ситуация гораздо более привлекательная, потому что есть нормальная теория, которую можно использовать. Да? Есть же разница в том, что у протона-то есть внутренняя структура, а у фотона, а фотон-то как таковой точечная частица. Тут же только виртуальные кварки могут рождаться. Почему точечная, если он вот... Я хочу сказать, что это было рассчитано, но сейчас это экспериментальный факт. Фотон вот в этом смысле ведет себя как структурная частица.
и можно говорить о структурной функции фотона. Это оказалось крайне интересно. Так что была выдвинута идея. Я говорю, это все было в начале. Идея такая. Давайте будем изучать структурную функцию фотона. Следующий вопрос. Это все чисто теоретические работы на тот прием. Давайте будем изучать струи адронов, которые возникают из-за солдовения фотонов. Вот солдовляются фотоны, вот в конце есть струи. Это вопрос, который тоже можно изучать экспериментально. Дальше. Еще больше. Вот я здесь рассказывал про процесс с рождением двух электрон-позитронных пар. Квантовые хемодинамики, среди которых как раз вот Баринский и Павлов, предложили посмотреть ситуацию, при которой солдовляются фотоны высокой энергии и рождаются две пары кварков. Но в отличие от предыдущего случая, где электронные пары были связаны фотонами, здесь связь будет осуществляться глюонами. Почему это принципиально важно? Раньше в этом месте стояла константа Альфа, равна 1,137, а сейчас здесь будет стоять сильная константа, которая совсем наоборот, не такая большая. А это означает, что нам придется смотреть разные другие поправки, всевозможные, для того, чтобы надежно сосчитать эту штуку. Вообще это означает, что нам нужно будет просуммировать весь ряд, включающий вот такого сорта поправок. Это очень трудное дело, но они с ним справились. Да? А другой вопрос, что при этом оказалось. Но тогда мы будем иметь сведения не про процесс низшего порядка по сильному взаимодействию, а, грубо говоря, весь ряд соответствующий, что крайне ценно. Отсюда развилась та самая наука, связанная с перпетуативным полимероном, в котором дальше участвовали Кураев и Фанин. Но это все, я говорил, что как только прошли первые эксперименты, возник такой теоретический бум. Ну а немножечко спустя возник экспериментальный бум. Он был связан со следующим обстоятельством. Я уже говорил вам, что наблюдать фотонные процессы экспериментально немножко сложно из-за того, что эти виртуальные фотоны излучаются вдоль направления движения электронов и позитронов, а те рождающиеся частицы, которые при этом возникают, тоже летят, прижимаясь к оси пучков. Их очень трудно детектировать. А вот в Стэнфорде, да, поэтому говорили, что нужно делать для того, чтобы уверенно разбираться с двухфотонными процессами. Теоретики говорили очень просто. Никаких проблем особых нет. Ну вот, например, солдовляется электрон и позитрон. Так, давайте я лучше их так нарисую. Электрон и позитрон, они рассеиваются друг на друге. Так, здесь излучаются фотоны, и тут что-то рождается. Например, рождаются адроны или какие-то резонансы. Все очень просто, и мило, говорили теоретики. Отлавливаете электрон в рассеянный позитрон, вы сразу все будете знать про этот и про этот фотон, и стало быть, вам остается с каждым убедиться, что хоть один
адрон есть или рожденный, чтобы сказать, трехатомный процесс рождения адронов с какими-то такими-то начальными данными. То есть с начальной энергией хорошо известны. Но электроны и позитроны, как правило, рассеиваются тоже до малого уровня. Очень плохо детектируются детекторы, как правило, расположены до большого уровня. И вот Шлак в это время приехал Тинов, который уже хорошо был знаком с техникой обработки здешних двухатомных процессов. И он предложил следующее. Давайте будем смотреть рождение какого-то резонанса. Он дальше распадется. Ну, скажем, если это двухчастичный резонанс, да, мы зарегистрируем эти две частицы. Уже по ним мы сможем узнать массу резонанса. А поскольку масса резонанса равняется энергии в системе центра масс, соударяющихся фотонов, то нам, вообще-то говоря, после этого регистрировать рассеянные электроны и позитроны не нужно. Единственное, что хотелось бы убедиться, что все-таки это двухфотонный процесс. Ну, для этого, например, достаточно зарегистрировать один рассеянный электрон или один рассеянный позитрон. И таким образом стала возможность регистрировать удобным для эксперимента образом. Часть событий уже была записана на ленту. Тино начал обработку. Удалось ясно выделить этот штрих, например. И дальше начался бум, связанный с тем, что вот такой вот способ действия приводил постепенно к накоплению разнообразных данных, прежде всего по резонансам двухфотонных соударений. Ну и вот, да, этот период отражен в книжке Колоновского про двухфотонные процессы. Он, между прочим, приезжал сюда, в Новосибирск. Ну ладно, нет, я расскажу еще про интересный эпизод с ним связанный. Но нам уже пора кончать. Итак, значит, мы подошли к тому, что после того, как было зарегистрировано, что на встречных пучках происходят двухфотонные процессы, сразу было выяснено, что они интересны для теории, были найдены способы их регистрации, ну и, естественно, после этого рассказать, что же на сегодня мы имеем.